В минувшие выходные футбольный клуб «Кызылжар» одержал гостевую победу над аутсайдером чемпионата «Карагандинским шахтером». На протяжении всего поединка шансы на успех имели обе команды. Однако «Фортуна» в этот день благоволила петропавловцам. Единственный гол в матче забил новобранец «Кызылжара» Руслан Есимов. Из-за пределов штрафной наш защитник нанес прицельный удар в нижний угол. Голкипер соперников оказался бессилен в моменте. Итоговый счет 1-0 в пользу подопечных Андрея Карповича. После 14 встреч наши футболисты занимают 5-е место в турнирной таблице, имея при этом одну игру в запасе. Следующий поединок футбольный клуб «Кызылжар» проведет на домашнем поле против «Акжаика» из Уральска.